Дуня утром пришла. Ракуша с Ракушонком ушли, а Дунечка пришла. Доброе утро, Дунечка. Сидит, ждет. Уже облизывается, уже в преддверии того, что сейчас накормят. Уже еле двигается, а кушать все равно дай ей. Тольстое такое. Где наша еда? Куда-то я ее поставила. Сейчас. Дунечка, сейчас. Ну, у нее... Начинаешь открывать дверь, вот она ждет. А потом раз и убегает. Причем убегает за пределы балкона. Ну, давай, лезь, лезь. Да, конечно, ты туда залезешь сейчас и вылезешь. Это у нас такая утренняя процедура. О, хвост спрятала уже, все. Ну и надолго ты туда? Иди. Дуня, иди кушать. Дуняш, еда ждет. Здрасте. Дуня, ты где? Идешь, Дуняш? А что у меня есть? Иди на. Иди. Иди покормлю. Иди, моя хорошая. Давай. Хватит уже язычком там щелкать. Иди, моя маленькая. На. Кыс-кыс. Кыс-кыс. Иди, как котика. Вот, я насыпала еду. Пусть идет, кушает. Сейчас вылезет оттуда. Вот сколько ходит, а все равно боится. Дунечка, иди. Иди, глаза он светятся. Не уходишь же, конечно. Давай быстренько иди кушай. Покажись нам. Идет, идет. Вылазь давай, вылазь. Чик-чик-чик. Или пролазит уже. Боже. Иди, иди. Вот надо было тебе туда залазить. Лишний раз вдавливать свой желудок прутьями. Идет, идет. Давай, хрумай. Ну точно как медведь уже стало. Кушай. Да? Кушаешь? Главное, чтобы было что кушать. Водичка чистая, помененная с утра. Ну все. Мне надо работать. Понятно тебе? Всем хорошего дня или вечера. Спокойной ночи. И мирного неба. Посмотрите, пожалуйста, как мы отдыхаем после завтрака. Вот ей нравится тут и все. Дуняша легла и лежит. Да. Вот так она у нас отдыхает. Ну, спи, отдыхай, моя дорогая. Спи, моя хорошая. Слушает. Давай, давай, отдыхай. Маленькая моя. Спи, спи, я тебя не трогаю.
Поела, можно и поспать.